Твоя любимая, Петр, масленица.
товарищи фольклористы, вы меня сейчас поругали за эту песню, потому что всему свое время, но для Петра... Да, это точно. День Петра сегодня. Следующая песня называется «Каравать моя». Thank you.
что девушка вышла замуж. И все. Точка. Подружки зовут ее погулять, а я не разрешаю уже. Замужняя. Все. А то вы мне весня. Ничего не Наста. Thank you.
Пляшите, а молодушки поиграйте. Еще раз. Петр, с днем рождения! Спасибо!
чтобы все видали. От нас огромный скромный презент. Вот он стоит. Вместе с нашим директором Еленой. Мой дозор хоть
Привет, ну монстр, да, просто какие-то. Еще есть диск, на самом деле, очень классный, «Зеленая улица» называется. Вот, я его горячо рекомендую, потому что там вот вся эта магия, которая у них есть в живых выступлениях, она у них и на диске тоже присутствует, что вообще-то редкость. Потому что записать так, чтобы вот передать вот это что-то такое непонятное, непередаваемое словами, чтобы зафиксировать на пленке, в цифры, это отдельное... искусство. Я должен сказать, на это еще даст Валентину Осинскому, человеку, который записывал, продюсеру, тоже большое спасибо, потому что его тоже усилили, вот эта вот магия, это волшебство, колдовство есть на вот этом альбоме, на этом CD, так что мы можем его приобрести и вот воспроизвести эту магию у себя дома, там, на своем хай-фай, там, что у вас есть, хай-энд, может быть, у кого-то. Вот. Так что, спасибо!